Всем привет, друзья! У нас сегодня очередной фотосет, у нас прекрасная девушка, представься. Я Кристина. Вот, она очень няшная, классная, у нас сегодня стрит. Как видите, начинается весна, потом будет лето, тепло, так что можно уже на улице фоткать. Да, вместе с говном скейтеры уже вылезли. Ну что ж, вот на фоне у нас там, думаю, что-то нормальное будет. Правда, солнце ушло и начало холодать. Что-то там, короче, религия. Кто слышит во влоге, тот охуевает вместе с нами. Там ватников много, осторожно. А ты чем занимаешься? Ты моделью как бы работаешь или это просто хобби? Работаешь, да, прям? Опа, вот смотрите, у нас сегодня настоящая профессиональная модель. У нас сегодня не просто ТФПшечка, у нас сегодня прям супермодул. Сейчас мы посмотрим, насколько там все плохо. Воу, там все серьезно. Ну все, атеизм прошел. Вообще жесть. Пошли дальше. Пока беспредел не настал. Ветра нет, самое главное. А то я потом открываю влог, а у меня там... Звук весь, я такой, блядь, ветер дул в микрофон. Вот. Есть же штучки специальные. Ну да, вот такие мохнатки, блядь. Ну да, их называют киски кошачьи. Это. Стой, все, хватит, Клим, прекрати. Твои шутки нелепые. Чем ты еще занимаешься, кроме моделинга? Нарисую. Рисуешь? Прикольно, она рисует. Я ссылку оставлю, посмотрите, что она рисует там. Да ладно. Рисуешь сиськи? Нет. Ой, неинтересно, все, не смотрим. Портрет я рисую. Портреты? Да. А я фотографирую портреты. Вот это совпадение. Го замутим. Ой, мои не смешные шутки, обожаю их. Кстати, давай с тобой снимем модельный клип. Давай. Я тебе вроде уже предлагал или нет? 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 Блин, я с таким женщиной пишу каждый день насчет фотосетов. Нет, я не бабник, расслабься, я просто фотограф. В общем, все, мы с ней решили снимать видео, снимаем его через пару дней, так что... Ура! Да! О май гарабл, меня поснимает Клим! Нет. Да, вот. Так. Меня поснимает самый рукожоп, с которым я работал. Там, кстати, огромная туча, пацаны. Пацаны, кажется, пацаны. Ее накроет. Она будет мокрой. Сука, как это плохо! Это настолько плохо, что смешно. Короче, так как мои шутки не смешны здесь, в России, я поеду в Америку, там такие шутки сортирные любят. Блять, ветка поцарапала, вот говно собачье. И я поеду туда и буду выступать, типа, русский чувак в Америке. Назову себя Russian Guy American, вот. Или Russian Big Nigga. И меня сразу отпиздят за нига. Представляешь? Такой, выхожу на свой первый стендап, одеваю солнечные очки, такой, жух. Типа, yo, homies, it's a big Russian nigga. Beat him up. И встают 20 нигеров и меня своими елдаками пиздят. А тут, кстати, сексуально. Я бы тут даже отфоткал бы тебя. Как это неправильно звучит. Просто пиздец. А ты няшная. Няш-мяш. Давай сними видос, как ты в ушках няшных, такая в костюме школьницы. У тебя, наверное, нет прикидона школьницы. Ушки. Такая анимешная тян. Ну да, прикольно, да. Ну и да, короче, у меня завтра друг придет в гости, и мы с ним будем ебаться в Call of Duty. Удачи. Ты думала, ай, гей, блин. Нет, мы в Call of Duty будем ебаться. Ебашить вовсю. Прям задроты. И это тоже. Только он меня. Друзья, на сегодня все. Мы закончили фотосет. Он получился довольно-таки короткий. Я думал, будет солнце, но солнце пропало, когда она приехала. А вон снова вылезло солнце. Спасибо, солнце. Вот. Но мы во вторник будем снимать видосик. Так что вы когда-то его увидите на этом канале.
Она, знаете, мимику делает, блядь, как для этих глухонемых. Я что-то рассказывал, такая, оля, бла-бла-бла. Вот. Но так, подписывайтесь на канал, кому не понравилось, подписывайтесь на нашу Кристину. Естественно, ссылка в описании. Так что всем спасибо, всем пока.